Здравствуйте, друзья! Все вы знаете такой атрибут деревенской, сельской, дачной и так далее жизни, как уличный туалет. Он же сортир, он же гальюн, он же толчок. И все вы знаете, что как его не утепляй, что с ним не делай. Зимой в нем очень холодно, летом в нем очень жарко. Но это не главная его беда. Самая главная беда – это запах. Особенно в теплое время года. И вот лайфхак от моих родителей. В туалете был. Доказать не могу, но поверьте мне, запаха нет. Специально зашел, понюхал. Ну, в доме нормальный туалет есть, но сами понимаете. Когда ты целый день на улице, что делаешь, бегать домой не очень. Ну, это так, не суть. Итак, что делают мои родители? Лайфхак от них. Пару месяцев назад мама занималась такой обязательной для огородника вещью, как пасынкование. То есть в теплице у помидор обрезаются пасынки. То есть это вот самые нижние веточки с листиками для того, чтобы жизненная сила уходила вверх в сами помидорки. Ну, думаю, кто занимается огородами, тот знает, о чем я говорю. Так вот, все это, вся эта биомасса, пасынки, листья и все остальное были папой собраны и заброшены в грибную яму. Не знаю, что там происходит, да, процесс какой там химический, биологический, бактериологический, но факт налицо. Действует это отпасынкованная ерундовина, наверное, точно так же, как всякие добавки для биотуалетов. То есть все, что попадает туда, в грибную яму, там, конечно, и остается, но без запаха. Что такая не очень аппетитная тема сегодня, но я думаю, для тех, у кого есть вот такой туалет, тема достаточно важная. Поэтому пользуйтесь. Потом, если что, расскажете. Я думаю, сейчас как бы уже пасынков не будет, но еще немножко. И вот это все великолепие будет собрано из теплицы. И можно будет попробовать оставшиеся томатные вершки вот сюда вот употребить. Всем спасибо за внимание. До свидания.